Зачем на Новый год наряжают елку? Чтоб Дед Мороз под нее подарки ложил. Я с дедушкой украшала, и с бабушкой, и своей маленькой сестричкой. Чтобы было дома красиво. Всякие красивые игрушки новогодние, шарики, звездочка наверху. Ну, потому что, чтобы красиво было, и чтобы Николай увидел, чтобы, ну, давать подарки или нет. Ну, потому что это традиция, чтобы елка была красивая, она стояла хотя бы дома. Ну, во-первых, я считаю то, что, ну, чтобы приятно было Санта-Клаусу приходить, да. Он приходит и сразу, о, какая красота. Наверное, чтобы руки тренировать. Ну, у нас есть конфетки пенопластовые, и мне они больше всего нравятся. Кто такой президент? Президент, потому он смотрит за Украиной. Управляет полициями там. Президент, это он, как бы он в телевизоре показывается, он в новостях. Ну, работает, там всем говорит, ну, чтоб они там делали это. Он занимается бизнесом. Мне так кажется. Я не знаю, чем они занимаются там у себя дома. Но он обычно говорит перед тем, как надо вот, ура кричать Новый год. Это кто работает очень много, наверное, или вопросы всякие задает. Он может, ну, устраивать людей на работу. Может тогда говорить, вам эта работа подходит или не подходит. Для чего нужна эта вещь? Чтобы уменьшить меньше, чем больше. Посчитать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Их используют в школе, в магазине, в садике бывает иногда. Ну, это нужно, чтобы считать, как бы, когда продаешь, это нужно, ну, 6, там, 5, например, сколько стоит. Ну, чтобы считать, это типа древний калькулятор, счеты вроде. Допустим, 5 плюс 1, сейчас, вот, 5 и 1, и тут результат. 6. Это счеты, и чтобы считать, сколько всего у человека есть. В магазинах, в мультике бывает, там, где дюймовочка там использовали. Могут быть настройки. Зачем ходить в школу? Чтоб мама с папой ходили на работу, зарабатывали деньги. Чтоб учиться, все знать. А чтоб когда тебя спросили что-то, то ты сказал. Ну, пишут в тетрадках, занимаются, прописные буквы, ну, пишут, учатся и считают, читают. Чтоб учиться и чтоб все знать. Мы будем там заниматься цифры, учить. Все будем учить. Ну, наверное, для того, чтобы набраться знания, но не все хотят этого делать. Учатся, веселятся, балуются, двойки получают. Ну, чтобы вырастить и устроиться на работу какую-то. Можно учить или там это самый английский язык, или... Я не помню еще какой. Немецкий. Там читаем, пишем прописными буквами, задачи решаем, примеры, ставим знаки. Больше, меньше, равно. Что это? Чтоб скакать. Потому что
чтобы крутить их тоже, только не так, как эти, только другим способом. Позаниматься, когда зарядку можно делать. Ну, так за шею так крутят. Ну, как бы это скакалка, похоже на скакалку. Вот так взяла и бы вот так делала, ну, вот так как бы с папой и с мамой качала так. Это деревянные штучки, чтобы красиво было. Шею массажировать, наверное. Что это? Я даже такого не видела никогда. Какие-то бусы на елку. Опа! Аня, она царапается. Это массажерка у папы есть такая. Так вот, и как-то ее на спину повешать. Сейчас попробую. И так вот как-то массажировать. Ну, как-то так. Новогоднее поздравление от детей. Бабушка с дедушкой, вас поздравляю, чтоб счастья, здоровья, чтоб подарки у вас много-много-много было. Поздравляю всех-всех-всех с Новым годом. И чтобы вы были здоровые, счастливые всегда и никогда не болели. Новым годом, Настя, я тебе желаю счастья, любви, здоровья, чтобы у тебя много конфет было. Поздравляю всех с Новым годом, желаю счастья, здоровья, чтобы все было классно и чтобы елка долго простояла. С котами плохо. С Новым годом, чтобы вы никогда не болели. И счастья вам. И все.